Дорогие сочинцы, от всей души поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым. В эти праздничные дни мы вспоминаем о славных событиях уходящего 2014 года. Мы блестяще провели зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Достойно встретили миллионы гостей. Мы показали всему миру новый Сочи, современный курорт с уникальными возможностями. Наш город получил небывалую рекламу, и это дало хороший результат. В 2014 году мы приняли свыше 5 миллионов отдыхающих, и это абсолютный рекорд последних лет. В эти праздничные дни к нам в Сочи приехали тысячи гостей. Наш город проводит первый после Олимпиады полноценный горнолыжный сезон. Отели горного кластера переполнены, подъемники и трассы задействованы на 100%. Мы мечтали о круглогодичном курорте, и наши мечты сбылись. От всей души, от имени всех сочинцев, поздравляю с Новым годом и Рождеством гостей нашего города. Добро пожаловать в Сочи, дорогие друзья! Приезжайте к нам почаще, приезжайте к нам в любое время года. Мы рады каждому из вас. Уважаемые сочинцы, мы с вами многого достигли. Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, за терпение, за понимание и поддержку. Новогодние праздники – это время новых ожиданий и надежд. Мы все мечтаем о простых и вечных вещах. Хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди. Чтобы в наших домах был достаток. Чтобы дети радовали нас успехами. И пусть 2015 год оправдает эти надежды. Пусть он принесет мир, уют и радость. Крепкого вам здоровья, благополучия, праздничного настроения. С Новым годом вас, с новым счастьем!